Вот, хочу показать вам набор, который подарили Кирюшке. Подарила тетя. Она была в Норвегии. Она большая путешественница. Вот подарила двое джинсовых наборов. Вот один длинный, такие джинсы длинные. Это, наверное, уже на 3-4 года подойдет. И вторые джинсики коротенькие, как шортики. Это, может быть, уже и сейчас попробуем примерить. Они достаточно легкие. И еще у Кирюшки есть одна пара. Я ему покупала. Вот вчера как раз с дачи приехали в город в этих джинсиках. Они такие, знаете, модные, с такими, как джинсовыми разрезами. И вот такая вот штучка, как кофточка, тельняшка синяя. Бодизон 98-й размер, насколько я помню, 98 сантиметров. Вот как раз ему сейчас подойдет тоже. В общем, тетя Лена сказала, что в Норвегии очень дорогие цены, и некоторые джинсы детские стоят 60 евро. Не знаю, за сколько она купила эти джинсы, но качество, в принципе, вот эти толстенькие достаточно, а эти тоненькие. Вот. Но это больше летний такой какой-то материал под джинсу. Вот Кирюшка там воскает, смотрите, сколько игрушек. Мы вот сейчас будем все убирать, потому что все разбросано, приехали, все валяется, носки валяются. Вот сейчас уборка. Купила пылесос Китфорд. Очень мне нравится, такой как пылесос-ручка. Вот сейчас прошлась и буду убирать в манеж все игрушки. Вот и Кирюшка пошел на балкон, пойду его ловить.